Я как бы решил посмотреть и вообще, что это такое. Что такое Карина, и вот ее сейчас смотрят 4,5 тысячи человек, посмотрим, наберется ли у нас столько зрителей. И вообще, я не знаю, мне почему-то комментарии летят не очень правильно. И поэтому я не могу их читать. Я даже готов вам яркости прибавить, чтобы было все. Буду варимее. Смотрите, ну не милашка ли? Я не могу читать вертикально, к сожалению. Давайте послушаем, что он говорит. Это прямой эфир, на секундочку. То есть и у меня, и у нее. Ну, у меня-то понятно, да, что не в записи. Бля, я серьезно, у меня прям глаза слезятся и болят, реально, пиздец как. Вот как можно жить в условиях такой агрессии абсолютной, когда люди пишут ей совершенную дичь, то есть и кричат совершенно негативно, воспринимают ее как шлюху. У меня есть мнение по поводу Карины, но я его озвучиваю в Ларин против, наверное. А сейчас мы просто заценим некоторые ее реакции. Реакции. Вот она вот такое вот может выдавать тоже, нехер делать. Я почему-то не могу видеть, что вы пишете. У меня вертикально летит для сообщений. Нас 4,3, а Карины, между прочим, 5,5 тысяч смотрит. Это же возмутительно. Так, пошло какое-то взаимодействие в чате, и мне начали писать, что мы ведем трансляцию. Набег? Вот как можно это смотреть? Она только орет. У нее даже сообщение о подписках и о донате. Это какой-то набор матерных слов. Давай, Карина, включай игру. Привет, Карина. Здравствуй. Дичь, абсолютная дичь. 4,7 нас. Привет, Карина. Здравствуй. Здравствуй, Карина. Привет, Карина. Вот как можно? Кишка, кишка, спасибо за сообщение. Удивительно, абсолютно удивительно. Сеть сближает, знаете ли. Ну давайте, будем смотреть реакцию Карины. Я думаю, это должно быть весело. Люди пишут, что она шкура, но мне кажется, что Карина, она заложница положения. То есть, естественно, она не сама это все организует. Я думаю, есть люди, которые этим заняты. Она может, ну вот эмоционировать. Ну вот смотри, мне жалко ее, серьезно, мне жалко. Жалко. Ну, смотрите, у нас сравнялось почти по просмотрам. Карину смотрит сейчас 5 тысяч человек. Ну, накрашен, как я его помою? Он же накрашен, блядь. Блин, сука. Вот мне кажется, Карина не очень уродливая, да? Как, то есть, как только я начала притупить, посмотрите, у нее куда естественнее макияж и черты лица, чем, например, у Марии Вэй. Хотя они похожи, похожи. Но Мария Вэй, чтобы выглядеть так же, она красится слишком много. Вот, а я думаю, если смыть глаза, то, естественно, будет еще лучше. Короче, теперь я играю еще и с сабами. Да, разница, знаете, в чем? То, что меня сейчас смотрит 5,2 тысячи человек, и ее 5,5. Соизмеримые цифры, но ей за это платят. Так что за что-то? Я... Да ёб по мать, я же ничего плохого. Я ни разу не сказал, что ты шкура. Ей платят за это, то есть у нее платные подписчики.
подписки. А у меня нет увы. Блять, инвокер мипа. Инвокер мипа таск. Инвокер мипа таск. Инвокер мипа таск. Инвокер мипа таск. Так, ваши комментарии, господа. 5,4, да, нас достаточно много. Кариночка. Кариночка. Ну что ж ты? Все, скажут, Ларин поехал окончательно головой. Че, мипа, давайте мипа, да, давайте мипа, конечно, давайте мипа. Сейчас вы, блядь, на мипа. А, бери, блядь, сапера, потому что у всех взрываются пупыны, когда они видят, что ты популярный и все такое. Ну вот как можно жить, смотри. Вы слышите? Зачем? Зачем? То есть, кому может быть приятно, что тебя называют постоянно шлюха ёбаная? То есть, как это работает? Да нет, я наоборот говорю, что она заложница положения. Ну что ты, Украин? В общем, да, человек платит денежку, там буквально 30 рублей можно заплатить, или даже 5, и приписывает сообщение. И бот... И бот озвучивает это вслух. И чаще всего там нелицеприятные вещи говорят. Так, что там еще-то интересного? Что интересного? Ну вот шлюха ёбаная пишет. Ну вот как вот 18-летней девочке написать шлюха ёбаная? Даже несмотря на то, что она в Италии. Но она тоже делает что-то такое. Так ты это и делаешь, ты визжишь, как Юрий Хованский. Типа, когда на меня кто-то сабскрайбится, я тоже должна что-то такое показывать, блядь. Так это и происходит обычно. Как, что, может, тюленя показывать? Было бы забавно, если бы она вывела еще мой чат в уголочке, это было бы, ну, вообще... Она пошловата, но мне кажется, вот ее такое сделала среда. То есть, ну она же жила в Петербурге, как я слышал, то есть культурная столица. Ну вот, не знаю, то ли все стримеры отбитые, ну то есть, она мне напоминает Виджелинка, но женщину. Такую еще, ну Виджелинка постарше, да, она молодая совсем. То есть, если Виджелинка был бы женщиной и был бы моложе на несколько лет, то он был бы такой, наверное. Ну, естественно, он перебрался бы из своего закрытого города. Что за хуйня? Куда Дота делась, блядь? Кого мне пиздить, блядь? Вот объясните мне, как человек, который не понимает в таких банальных вещах, да, в таких багах, может создать канал, трансляцию, настроить все соцсети, интеграции. За ней стоит кто-то. Понимаете, в чем дело? Ну ладно, давайте просто посмотрим. Я не буду сейчас анализировать. Так, так, нахуй доту пишут. Вот тут дота есть, а там доты нет. Ну действительно, дота это отвратительно. Тебя Ларин смотрит. Чуть серьезно? А, да, забыл совсем. Пропало. Покажи жопу. Ну вот, на что надеются эти люди, которые пишут, покажи жопу. Нет, серьезно? У меня там доты нет. Где? Что пишете, господа? У меня вертикально почему-то отображение. Давайте я попробую сейчас повернуть. Вертикально, а потом горизонтально снова. Так. Нет, этого недостаточно. Вот, у меня поменялись комментарии. Браво. Перфекто. Перфекто, per favor. Я ведь правильно, да, я говорю, Карин? Для канала почему не пишешь это? Да блин, не для... Мы напишем все очень даже хорошо для канала, когда я буду снимать в надлежащих условиях, в надлежащем состоянии. Сейчас я приболел. И вот смотрю исключительно Кариночку. Короче, придумайте мне что-нибудь. Я изучаю, я прощупываю почву, понимаете? То есть, что мне делать? Куда ее схватить, за что?
что она из себя представляет и так далее. Мы же серьезные аналитики, понимаете? Мы же не магия и не Александр Думкин. Мы как бы профи. Мы выделяем положительные моменты. Я уже выделил ряд положительных моментов. Нет, не выделил, извините. Не, на самом деле выделил несколько положительных моментов в Карине, в ее внешности и в ее... она, безусловно, стрессоустойчивый человек. Ну, то есть это ну, никак. Я бы в такой атмосфере не смог жить. Когда ты что-то делаешь, и бот за 30 рублей называет тебя пидорасом каждую секунду. Ну, это тяжело. Ну, вот пососи за сабы пишут, ну, дудос пишут. А дудос, как известно, ну, человека делает совсем. Вот видите, ну вот как вот? Как вот это? Что за хуйня? А? Что за хуйня? Куда ты это делать, блядь? А? Что за хуйня? Вот, вот. Дота появилась снова. Ура, ура, товарищ. Да, в основном. Ну вот смотрите. Блин, Карин, ты переместилась бы в эту сторону, а? Можно мне зеркально отобразить, а? Это неправда! Да это неправда, естественно. Где выключи? Что? Люди же деньги платят, Карин. Ну как так? Привет, Макс. Блин. Ну я не хочу смотреть доту, мне хватило последний мой раз, когда я играл. Что? Несколько лет назад. Да блин! Стой, стой на камеру. АСМР, да. Как это неудобно, боже мой. Спасибо за сад, Вова. Вова, 71.35. Ну так не видно меня. Так только видно, как я пытаюсь потрогать Кариночку. Вот это вообще вменяемо, нет? И люди за это платят деньги. То есть... По-моему, это просто развод населения на деньги. 10 приседаний? Ларин, тебе перископит, отсоси застрели. Ну, то есть, вот такие вещи. Скатилась. Как она может скатиться, если, в общем-то... А, в смысле, блядь? Ну, ты да. Еще нахуй, блядь, это, бухать за сап, как тёлки делают, блядь, или чё, нахуй. Ой, боже мой, какая пошлость, а. Какая пошлость и грязь, а. Я, блядь, говорю про танец, блядь, про этот самый, про обнимашку, про отсутствие, блядь, и не про приседания. Как ты неудобно поставила свою камеру, а? Спасибо, Пися, спасибо. Я бы ни за что не поверил, да, если бы мне сказали, когда вот я такой купил компьютер, там, может быть, не купил, когда у меня появился компьютер, что вот таким можно будет зарабатывать через 15 лет. То есть у меня 15 лет назад компьютер появился, где-то, да. И я бы сказал, нет, чувак, ты это перепил. Вот. А тут... Это просто дичь. Нет, ты! Дима, благослови, плиз. Я не понимаю, это шкура. Ну, потому что шкура, ну да. Карина, это новый мейнстрим. Нет, на самом деле, не особенно мейнстрим, потому что у нее сейчас всего лишь 5000 просмотров. 5000 подписчиков смотрит. Я не думаю, что это хороший показатель. Да. Давай, убивай, она, хуй ты встала, блядь. Ай, мой килл, пожалуйста. Боже мой. Не, это как бы забавно все, да, но надолго этого не хватает. Надолго тебя не хватает просмотреть этого. Не знаю, как школьникам хватает силы и упорства этим заниматься. Да, это та дырка ебучая, которая сделала моего фейка. Фейка? Возмутительно. Паблик фейк, страница фейк, и она делает сильно, блядь, платно, расписывается тоже, просит на своего тюленчика 40 косарей, блядь, из которых 20 она уже собрала, говорит, блядь, что она моя подружка, топовая няша, просит поиграть.
играть в ее ебучую игру, блядь. А, говорит, что я буду с ними играть по скайпу, блядь. Она живет в Италии, если вы спрашиваете. Да, вы спрашиваете. Когда Ларин против? Скоро. Вот есть умственно отсталые люди, да? То есть есть вменяемые люди, а есть умственно отсталые. Так вот, умственно отсталые, они правильно поняли банальную вещь. Сейчас я уберу, убавлю тебя, Карину. Да, ну убавлю, убавлю. Ну ненадолго, ну извини. Так вот, я сказал в позапрошлом ролике, мол, следующий Ларин против будет на Кариночку. Ну да, будет, он будет. Но, когда у меня вышел последний ролик, там, где про стрит-арт и не магию, все начали орать, ну не все, но есть ряд умственно отсталых, которые заорали: «О, обманул, прокинул нас, слово не держишь, тряпка!» Ёптать, у меня 8 направлений, по которым я могу действовать, то есть 8 типов видео, которые я могу снимать, проектов, плейлистов, как угодно. Это же не значит, что следующим сразу будет Ларин против. Он может будет завтра, а может быть через месяц. И вот такие люди меня больше всего раздражают. Люди ли они вообще, если они не могут, ну просто Сука! Мыслить, ну вот пытаюсь. Отстаньте! Сука, где Эйсис, блядь? Я пришла, и меня тупо убили. Вот, опять-таки, да? Кто, блядь? Перископят, пишут. Мол, Ларин тебя перископит. Приседать? Да, все уже поняли, что Ларин ее перископит. Все поняли. Нет, ему надо писать. Ларин, я тебе отсосу. Ларин, я тебе отсосу, пишет человек. А, ну то есть забавно, да? Связь между сервисами. Круто, круто. Не знаю, не умею тверкать, тем более у меня нечем. У меня нечем тверкать. Кстати, нет, вот это ложь. У нее есть чем тверкать. Я, так как изучаю ее сегодня весь день, я целый день посвятил тому, чтобы изучить Карину. И вот, значит, основную ее философию, взгляды на мир, внешность, интеллектуальные способности, я смогу сказать с полной ответственностью, что ей есть чем тверкать. Абсолютно. Вот. Я видел ролик с приседаниями, это очень талантливо было. Как я буду отжиматься? Не видно этого будет. Выглядит она неплохо, но ведет себя пошло. Как хабалка, конечно. Как я буду отжиматься для сабов? Ну, вот это неплохо. Давайте я даже это... Я даже готов на фулл скрин сделать. Это отжимание разве? Это больше похоже на филирование. Не, если бы это была моя шкура, да, если бы вот Карина была моей шкурой, то она бы умела отжиматься вне зависимости от того, в каком состоянии я бы ее взял. Я заставляю обычно женщин, ну, типа, следить за собой. Мои женщины умеют и подтягиваться. Ну, подтягиваться как бы это не важно, потому что подтягивание, оно больше на плечи. А зачем им мужиковатые? Они умеют пресс качать, они умеют приседать, потому что, ну, это, естественно, сами знаете, какие группы мышц качают, да, в женском организме. Вот Карину я бы бил, да, потому что в ней есть ряд минусов, но это править их несложно в таком возрасте, то есть... Ну вот как, ну вот что за лексика? Штука сосать. Ну это возмутительно. То есть, она бы у меня читала книжки. Она бы у меня прошла краткий курс to be псевдоинтеллектуалс. Вот. Немножко подправила бы фигуру. Да, в целом неплохо, но есть куда расти. Так, Ларин хер. Ну, в смысле, не хер, а хер. Ларин хер. Так, 2, 2, 8, 5, 5, 5, 700 ее смотрит. Все, Карина одержала верх надо мной. Видите? Я думаю, это ко мне обращено. Соси хуй. Сосать, мразь, блядь! Как жить дальше? Она узурпировала мое слово, мою лексику. Я пошлил ее, возмутительно. Отжимусь. Смотри. Не, она какая-то, она немножко сегодня, по-моему, под метамфетаминчиком. Смотрите, ее кидает, она прооралась. Отжимает, ну отжимается криво, да? Совершенно. Папа,
Не, не буду аплодировать. Отвратно совершенно. Ларин меня не заметит, пишет Кьюк Кейн. Да, не замечу. Я читаю уже вот эти комментарии. Этот Ларин фейк, не смотрите его, да. Если это не стоит. Ару. Она не в Италии живет. А где же она, если не секрет? Потому что мне кажется, в Италии. То есть я из разных источников слышал. Если это все дезинформация, то, пожалуйста, напишите мне в комментарии, если у кого-то есть возможность. Или вот в личное сообщение. Напишите моему админу, если у кого-то есть сведения по поводу этого. Админу в паблике Ларнинг. Что про Дэдпула скажешь? Короче, история такая с Дэдпулом. Я не знаю, можно ли это рассказывать, но я надеюсь, это не разлетится нигде. Со мной связались... Ну, одна рекламная компания крупная, которая привозит Райана Рэндалса в Россию, да, и, значит, они предложили с ним пересечься на полном серьезе 25 января. И... А я Райана Рэндалса терпеть, блядь, не могу, абсолютно ненавижу, еще со времен «Короля вечеринок». Если кто-то помнит этот фильм, то вы скажете, блядь, Ларин, мужик, давай, давай, блядь, кулак, потому что «Король вечеринок» — это полное дерьмо. И Райан Рэндальс у меня в голове всегда, ну, отождествлялся с таким умственно отсталым человеком. Ну, у него глаза посажены узко, он выглядит как такой, ну, сейчас уже стареющий, глупый, глупый кот такой, типа, чё, блядь, происходит вообще? Вот. И я написал, типа, да, предложение было такое, чтобы встретиться с ним для совместной активности какой-то, ну и для там ролик разместить на канал. И это бесплатно все, он там оплачивался переезд и все такое. Я напишу, нет, я типа его ну, не очень люблю. И единственное, что вы, как вы можете организовать нашу встречу, это пообещать мне, что я смогу пнуть его в живот при встрече. Мне сказали, нет, не получится. Я не умею, приходится Да. отжиматься. В Урганте он был, да, он был в Урганте, а потом он вполне мог быть, типа, со мной без проблем. Он встретился там, по-моему, с этим Стасом из Молдавии и Соколом, то есть, ну, блядь, если уж ему... Я говорю, это было просто. Но Райан Рэндальс это зашквар, как по мне. Так. Она из Питера, да, она... Я слышал, что она жила в Питере. Карина, дальше что? Чё, ты сегодня добрый? Добрый? Нихуя себе добрый. Я сказал, что я хочу пнуть американскому киноактеру под живот. И только это по-доброму, по-твоему? Эй! Какое любимое место в СПБ? Метро. Ради пиара. Да, блядь, да кому это нахуй пиар нужен? Мне и так все идет хорошо. Ларин, 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 Ларин пишет на Твиче Карины. Так. Алло, нахуй, кому это сказала? Карина мускулы показывает. Вот пропустили, к сожалению. Да. Ну, а так не знаю, что вам еще сказать. Все. Все, наверное. Или еще посидеть с вами, как думаешь? Привет, пацаны. Ларин Брайс, Ларин Брайс, пишу даже на Твиче. Ужасная, ужасная ситуация. Горите в аду, уроды. Посиди с нами, да не вопрос. Чё? Да нет, как бы вот пишут, что это образ, это все она за донат. Невозможно, понимаете? То есть постоянно. Я смотрел ее там, ну не то что полностью, да, я там листал, можно сказать, ее двухчасовые стримы. Стримы с Джовом, который из Virtus.pro. С Джовом я тоже как-то пересекался совершенно случайно. Вот. Ну, вживую, в смысле, с ней-то вживую я еще не пересекался. И понятно, что это один и тот же человек. Как знаете, у них... А что у них со стримом? Это возмутительно. Эй, у меня интернет отвалился, что ли? Или ее задудосили? Не знаю. В общем, да, у нее как... Она как Нефедов, понимаете? То есть нельзя скрыть свою личину, когда у тебя трансляции прямо вот такие двухчасовые, ты не можешь постоянно быть там, играть какую-то роль, все равно у тебя выскочит это, а у нее не выскакивает ничего, чтобы сказала, что она другая. Она просто пошлая, она такая хабалочка, короче, но корчит из себя не
няшность такой, знаете, мур-мур-мур-мур-мур, вот вся эта история. Ну, да жалко. А, так, Джофф Карина там что-то пишет. Не поняла. Смысл? Ларин рулит. Ты что, хейтер? Еняш, пошел нахуй. Понятно. Так. Да что такое-то с коннектом-то возмутительно. В чем ее пошлость проявлялась? Да в том, что она через слово использует мат, что она визжит, кричит. Это есть пошлость. Ну вот это отвечая на вопрос комментатора уважаемого. Как относишься к Думкину? Годно, терпимо. Годно, да, 1337, спасибо за сап. Ну вот что это такое? Какая мерзость. Не, ну вот это понятно, что... Ну это она переигрывает, конечно, но вообще... Ладно, она опять начала... А, ну она как бы это гипертрофирует. Давайте типа поотжимаюсь. Я думаю, стрим Тоник Мэнов так бы выглядел, типа... Дожму из-за нового подписчика один раз и там... Все, поаплодируем стримерши новому сап, давай. Сапрайз! Боже мой, какой стыд. Ну вот что, что такое? Почему такие тормоза? Не знаю! А, так, Ларин. Ларин пишут... Забавно. Так, кто такой этот Ларин? Ну, я на самом деле зубной врач. Мишки зубы умею делать. Так что подписывайтесь на мой канал. Канал зубного доктора. И я обязательно сделаю вам скидку при производстве коронок. Имплантов, отбеливания зубов, зубных виниров, люминиров, продажи зубной нити и эрригатора для промывки вашей вставной челюсти. Скидка 5-10%. Футбольный тренер, ну это мое хобби, футбольный тренер. Еще я раньше играл в кино про ментов. Так. Ларин футболист, да, безусловно. Скажи, нет, не буду говорить, прими заявку. Не обязательно. Она в Чебоксарах живет. Она прямо сейчас в Чебоксарах, что ли? Да садится имя твое, да прям воля твоя. Да будет Дима, отожмись 25 раз, или свобода. Да я и подтянусь 25 раз. Просто я и одного не сделаю для того, ну, типа, чтобы твою просьбу удовлетворить, понимаешь? Потому что это называется, ну, типа раболепство. Нахуй это надо? Ты еще говно, что ли? И меня говном считаешь? Не удастся. Раунд, блядь, раунд. О, видите, она тоже готовится к Версусу. А, так. Ну, вот, понимаете, я сижу, я пассивно абсолютно слышу эти маты, да, которые Калина, говорю, Калина внимает прям вот постоянно. Мне уже не просто, понимаете, я такое ощущение, что оказался в 2004 году и сижу в том же сарае, где сидят гопники, с которыми я тусовался. И пьют крепленый портвейн. Если портвейн не крепленый, то в него просто водка наливалась. Вот, жуткое пойло на самом деле, но било по мозгам хорошо. И вот примерно такие же разговоры там шли. К слову, Карине тогда было 7 лет. Так, бил детей, да, бил, горжусь с этим. Транса лагает, это хейтеры дудосят. Ну, явно... А, у нее? Ну, возможно, почему нет? У меня нет хейтеров, я же милейший души человек, я же, ну, только правду говорю, на правду-то не обижается, как известно. 18 сабов. О, Чарли Скрения 1996. Спасибо за подписочку, мур-мур-мур. Обнимашечка, отсосики, поцелуйчики, микрофон. Ну, что это за... Что это за дичь, боже мой. Добро пожаловать в семью тюленчиков. Привет, что, так лучше, или... Это забавная история, потому что вот ну то, что она рассказала по поводу девицы, которая создала ее фейк, и фейк, ее паблика, вернее, и собирала деньги на какого-то тюленчика, 40 косарей, и 20 из них уже собрано. То есть, в
принципе, можно паразитировать, так получается, при определенном стечении обстоятельств вообще на всех. Ну разве можно, так изящно русским матом пользоваться наигранно? Нет, она абсолютный про. Хорошо. Отжиматься Ух, я заставляют. запыхалась. Не надо. Отреагирую на Ларин. Ну зачем же? Нет. Не надо потеть в игре, еще Вот я кто-то в боту ожила. закинул денег и я сказал, говори, Ларин рулит. Ну вот слушайте. Ой, а почему ты мне приписала Карина Пися? Карина Няша, в Карина смысле? Пися? Ты же мне донатишь, ты должен подлезать мне. Ты Ну, должен мне так-то справедливо, подлезать, да, Карина безусловно. Пися и Но, Няша. по-моему, 80% тех людей, Эй, которые тебе Настя. пишут и кидают Карина деньги, они, Пися наоборот, и тебя хейтят. Так что логики никакой. Так, свастосы. Вообще это нормально? Нет, что у меня в видео появляется свастос, вот этот плывущий свастос. 107 сантиметров. Ларин, я тебя Я люблю. выйду Да, я из тебя тоже люблю. сантиметров. Так, какая у тебя любимая станция метро? Обводный канал. Число. Обожаю. Как подземелье гномов, знаете, в World of Warcraft. У меня очень теплые воспоминания с World of Warcraft. И, ну, раньше, да, была такая игра, особенно популярна, сейчас, по-моему, не очень популярно используется. И особенно с подземельем гномов, да, я там... Ну и перегруз, да, естественно, вот этот крик с перегрузом, он не может быть воспринят адекватно, потому что перегруз, это всегда тяжело. Добра и позитива, Ларин. Ненавижу ни добро, ни Я не знаю, позитив. в смысле, Не ты был люблю, сам? вернее. Ты сам был Так, сабом, да? Дима, прими заявку. С какой Ты стати? саба. Это мой свастос, я горд за тебя. Так, Спасибо. какая же она, как же она орет? Да, действительно. Семью не трожь, мразь! Семья святое, блядь! Семью, сука, не трожь, блядь! Ты, сука, на кого это сказала, блядь? Я бычара, блядь. Я бычара, ёбаная. Плывущий свастос. Я Даже бычара, замечательно. блядь! Так, Убегаю, если нахуй! победишь на версии Я этого рыжего убила. пидора, то Я я уебу убила свою всех. шкуру. Я убила Давай, всех. согласен, я готов со всеми, типа, забиться. Я бычара, Вообще, ёбаная. я Бычара. удивлен, Бычара, почему до блядь. сих пор никто не организовал сервис ставок, потому что ажиотаж... Ебала, сука. Эй, это возмутительно. Можно мне сказать на своем стриме хоть что-нибудь? Да, Ебать, я удивлен, что блядь. никто не организовал еще букмекерских каких-то сервисов, да, ряд, потому что ажиотаж есть вокруг события, и можно, в принципе, это, как его, на этом подзаработать. Но мой прогноз, он очевиден, да, я Хованского, ну, отпизжу, вообще просто без вариантов. В ментальном смысле, да, в любом случае, то есть, даже если я буду мертв, как Гуф, я все равно его, Гуф уже может это делать, будучи мертвым. Вот. Поэтому тут все просто. Вообще, блин, если бы я хотел обогатиться, наверное, я бы сам организовал, как тот чувак, кореш Симонова, как его звали, Тутанашвили, или как, Тутанашвили, да, организовал, или хотел организовать сервис по сбору. То есть, да, почему нет? Но мне надо было бы мне лечь в третьем раунде, да. Как, знаешь, подходит. Ларин, будешь в Архангельске выступать? Да где угодно буду выступать, лишь бы это, как бы, время было, пока его нет. Ты еще общаешься с Соколовским? Я вообще много с кем, как бы, не общаюсь, и с Соколовским тоже не общаюсь особенно. Ну, я думаю, эта пизда не смогла бы из себя вышлить из Ну вот как можно такие гадости говорить? Возмутительно. Почему ты не советуешь Кинга? Ну, потому что я не люблю Кинга. Все книги Кинга, как по мне, так они похожи. То есть, у него один и тот же... Ну, как бы это мое очень субъективное мнение. Я прочитал несколько книг, мне не нравится вся эта история с хоррором. Это абсолютно бесполезное развлечение. А я считаю, что развлечения должны быть полезны еще к тому же, потому что жизнь одна все-таки. Кинг – жизнь. Ну, я так не считаю.
Убей Хавана морально, но это очень-то и произойдет. Давай перископ в ад, ну, может, чуть позже. Ларин, что так там с Юликом? Вы общаетесь с Юликом изредка, да. Он в Москву все-таки уехал, а Москва, как известно, это, ну, город очень плохой, очень такой бездушный, можно сказать, поэтому пореже, к сожалению. Ну, я надеюсь все-таки, что Юлик еще переедет в Питер при любом раскладе. А рано или поздно это произойдет, потому что среди бездушных... Так, сразу несколько готов. Прекрасно. Так вот, Юлик все равно переедет, как мне кажется. Ну, я надеюсь, вернее, на это. Нет, так нет, ну, что поделать. Надёбать. Буду плакать. Ларин победит на версии. Ну, зачем очевидные вещи говорить? Наконец-то ответил, да. Кинг пишет одно и то же, просто новый герой. Да, согласен, ну где-то немножко может быть. Ну, у него есть своя вселенная. Ну, я не знаю, можно говорить, что у него есть своя вселенная. Ебаная порчу, блядь, наслала, сука, пизда, блядь. Не знаю. Как по мне, так очень посредственный писатель. Конъюнктурный, но посредственный. Как Джон Роллингс. Когда Ларин против? Я не знаю. Не знаю, как будет. Ну, вот жалко. Карина, смотрите, у нее в глаз что-то попало, она промыть даже не может, потому что на ней макияж, да, потому что надо отрабатывать. Да, вот, и она страдает, ее еще и матом кроют сверху, какой стыд, боже мой. Итак, нас 3700... Блядь, у меня в натуре глаз болит! Да. Угу. Ну, что еще сказать вам, господа, на прощание? Давайте, всем покедово, вот у Карины встал стрим, я думаю, у меня тоже сейчас чуть встанет, я займу этим, это свое время этим самым. Ладно, спасибо, что были здесь, всем пока. Я торжественно выключаю стрим. Пока, Кариночка, пока, все.